Ну, проехали, поехали, там проедем, да, чуть-чуть, а дальше уже видно будет, что куда. Слушай, я заметил одну фигню, дофига мухоморов в этом году. Прям просто дофига. Мухоморов? Мухоморов, да, дофига. Прям вот просто тьма. Обычно я там раз-два и общался, но тут дохренища. А, ух ты. Здесь рыбы нет. Здесь кто-то лазил, потому что видно, что грибы валяются. Ну, кто-то собирал. Но. Ну туда это домой. Ну подожди, ну. Поэтому по кругам погонять. По кругам? А, это где по поляне? Да поехали, похоть. Слушай, смотри, тут кто-то на машине пытался пройти или на квадрике. А, слышь, Серега? Мне жена, знаешь, что сказала? Вы, говорит, по лесу будете ездить. Шишки собирайте, говорит, ребенку на поделке. Папоротник, блядь. А туда это... Тут кто-то туда пытался на машине проехать, видел, да? Или квадрик, или машина. Машина. Ну лес, конечно, здесь вообще красивый, блин, очень. Лес красивый очень. Ой, видел там что-то сено накрытое.
Хера тут мотыляет. Вояки. А? Вояки. Видел, да, бетонные блоки всякие какие-то? Это вояк. Да? Воу! Ёпти, вообще. Да, хорошие горки, блядь. Да, это тут грибов можно насобирать, я ебу. Я говорю, тут грибов можно насобирать, я ебу, блядь. Канавка. О! А что там такое? Там через канал можно проехать? Точно? Дом канала, блядь. И что?